Здравствуйте, друзья! В канун главного кинематографического события страны, 25-го Минского международного кинофестиваля «Листопад», я продолжу вспоминать фрагментарно его историю, а заодно представлю картину из его коллекции. Сегодня это будет чудесная мелодрама эстонского режиссера Ильмара Рага «Я не вернусь», которая открывала наш фестиваль в 2014 году. Почему открывала фестиваль именно эта картина? Потому что в ее создании приняло участие 5 стран – Россия, Эстония, Казахстан, Финляндия, включая Беларусь. В некотором смысле этот белорусский след сыграл существенную роль в принятии решения. Часть натурных съемок фильма проходила в нашей стране. И живописные осенние пейзажи белорусской глубинки на Минском листопаде, конечно, по-особому согревали душу. В том же 2014 году белорусское кино впервые обрело на листопаде собственную нишу. В числе главных фестивальных нововведений оказался национальный конкурс. Впервые была воплощена идея собрать воедино коллекцию новых белорусских фильмов, которые объединяли бы как государственный, так и частный сектор кинопроизводства. Не скажу, что это была легкая задача. Соответствовать правилам фестивального формата могли далеко не все фильмы. Все же главным критерием отбора являлось не количество вложенных в картину денег, не авторитетные имена, а способность рассказывать кинематографическим способом истории, которые были бы интересны за пределами нашей страны. Собрать такую программу стоило усилий. И даже было боязно, сочтет ли международное жюри такую программу интересной, заслуживающей внимания. Мы рискнули, и нам повезло. Удачей стало включение в национальный конкурс нескольких дебютных работ с прекрасным международным потенциалом. Буквально в последний момент посчастливилось получить документальную картину «Перекресток» молодого автора Анастасии Мирошниченко. Фильм только что отметил свой первый международный успех на Варшавском кинофестивале. История самобытного гомельского художника без определенного места жительства была встречена польской публикой на ура. И этот маленький, но важный триумф белорусского кино на международной арене, конечно же, пришелся нам очень кстати. Спал в подъездах на лестницах. А потом на подъездах замки поставили. Пришлось идти на улицу. Когда тепло, я на улице, во двориках, на скамейках. А когда холодно, на вокзале. Мы также представили в рамках национальной программы несколько картин, созданных нашими соотечественниками за пределами страны. В том числе грустно-анекдотичную картину Дарьи Юркевич «Баба, Ваня и коза». Маленький проект в копродукции с Францией. Фильм был отмечен дипломом жюри. Так Дарья оказалась в числе первых лауреатов нацконкурса. Уже в этом году, на юбилейном 25-м международном кинофестивале «Листопад», Дарья Юркевич приглашена в качестве члена жюри этой секции. И она будет оценивать работы своих коллег в компании с представителями фестивальной индустрии Франции и Италии. Листая листопадовский каталог 2014 года, я встречаю многих авторов, чьи новые работы будут представлены в нынешнем году на фестивале. Вот Наталья Мещанинова. 4 года назад она приезжала в Минск, чтобы представить в конкурсе дебютов «Молодость на марше» остросоциальный фильм «Комбинат надежды» о жизни неприкаянной молодежи в Норильске. Вспоминаю, как схлестнулись в зале после просмотра сторонники и противники фильма. Какой интересной получилась дискуссия, задевшая за живое представителей абсолютно разных поколений. На этот раз Наталья привезет свой новый фильм «Сердце мира». Один из лучших российских фильмов года, ставший лауреатом Кинотавра. И это уже будет отличная по стилю и содержанию история, в которой, как очень точно подметил один российский поклонник фильма, просвечивает толстовский узел жизни. В 2014 году мы впервые знакомили белорусского зрителя с творчеством молодого режиссера из Казахстана Адильхана Ержанова. Его картина «Хозяева» была приглашена в Канны, а в Минске удостоилась специального диплома жюри за эстетический минимализм в социальном кино.
Адильхан работает в очень оригинальном жанре карикатурного реализма. В нем серьезные, подчас трагические интонации сочетаются то с клоунадой, то с гротеском. А наивное искусство сталкивается с такой нелицеприятной прозой жизни. А в этом году его новая работа «Ласковое безразличие мира» будет бороться за золото листопада в главном конкурсе. И это одна из самых живописных, эстетских и пронзительных работ в карьере молодого мастера. 4 года назад лучшим дебютом в международном конкурсе «Молодость на марше» была признана картина из Индии «Суд». Блистательный и одновременно убийственный рассказ о судебной системе, точнее, о людях этой системы, которые вершат правосудие, оставаясь при этом заложниками предрассудков и средневекового, по сути, мышления. Продюсером этого независимого от влияния Болливуда фильма был Вивек Гамбер, представитель новой генерации кинематографистов Индии. Если взглянуть на программу грядущего листопада, то можно увидеть в его расписании сразу 2 фильма, в которых будет фигурировать имя Вивека Гамбера. Превосходный, пронизанный тончайшей иронией и скрытым эротическим подтекстом фильм «Баликемпа» или «Торговец браслетами», а также дивная мелодрама «Господин» о сословных барьерах, о служанке и молодом хозяине, в котором Вивек Гамбер выступает уже не как продюсер, а как герой любовной истории. Сказать, мелодрама – один из неизменных жанров листопада. И в этом вы сможете убедиться сегодня, посмотрев картину Ильмара Рага «Я не вернусь». Почти невероятная завязка истории. Юная преподавательница университета становится ложной жертвой обвинения в хранении наркотиков. Благодаря своей почти детской внешности, ей удается укрыться в детском приемнике распределителя и подружиться с девочкой-подростком. Но в том и сила хорошего кино, когда неправдоподобие сюжета побеждают выверенное в нюансах режиссура и достоверное актерское исполнение. И, конечно же, сам жанр. Один из самых кинематографичных – роуд-муви, фильм «Дорога», фильм о странствующих героях. Ах да, и еще. Критики сравнивают эту ленту с работами Алексея Балабанова, поклонником которого является режиссер Ильмар Раг. Так что все будет честно, порой жестко, но с оглядкой на широкого зрителя, который любит, чтобы в неприглядной драме оставалось место для волшебной сказки. Усаживайтесь поудобнее, наш сеанс начинается.